Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать праздничную открытку. Открытка будет не просто открытка, открытка будет объемная. Я уже приготовила рамочку, распечатала две фотографии. В обратную сторону я вставила стекло для прочности. Распечатала отдельно бабочки. Несколько видов их. Затем нам понадобятся блёстки, стразы. А вот такая вот лента. Эта лента идет для уплотнения дверей, окон. И, соответственно, нам понадобится горячий клей, пистолет. Что мы делаем для начала? Все легко и просто. Мы вырезаем. Нам понадобится только цветочек. У меня эта фотография получилась с браком, поэтому оно нам не понадобится. Нам понадобится только ромашки. Вырезаем все это аккуратно. Итак, стоять. Ромашки наши вырезаны. Мы уже их приготовили. Это у нас вот здесь должно быть. Это у нас вот здесь. Это у нас здесь. Так, вырезаем бабочки. Выбрала несколько ярких желтых и сиреневых бабочек. Бабочки наши вырезаны, готовые. Теперь берем нашу ленту. Она с одной стороны она липкая, а с другой стороны нужно будет ее клеить. Клеим с обратной стороны. Так, на подложку. Касается. Мы приклеиваем все наши цветочки на подложку вот эту. Делаем их объемными. Так, ромашки наши готовы. Так, запустим камеру чуть пониже. И бабочки мы тоже будем клеить на такую же подложку. Не все, но часть будем приклеивать. Вот так вот. Эти мы оставим так. В принципе, можно вот эту маленькую тоже. Вот эту мы сюда приклеим. Так, готово, да, у нас? Так, стоять. Шатается наш штатив. Берем горячий клей
и приклеиваем. Клей хорошо нагрелся, поэтому нужно быть очень-очень аккуратным. И вот так вот. Прям на рамочку сверху. Вот так вот, чтобы видно было. Сразу нужно будет... Ага, снизу. Вылазим за рамку. Вот так. У нас получается объемный. Камера качается. Так, так, ребята, у нас включилось освещение. Я еще дополнительный ромашек вырезала, подготовила. Я хочу закрыть вот это место дополнительными ромашечками. Клеим на уголок. Сверху. Серединку закрываем. Вот так вот. У нас тут букет ромашковый получился. Так, теперь мы распределим, где у нас будут бабочки. Где какая. Думаю, сюда можно прицепить. Сюда поярче можно. И мы определяем местоположение бабочек. Вот так. Мы их приклеим. Бабочки у нас уже приклеены. Берем мы клей в тюбиках и контурный клей и наносим блестки. Ну, когда высохнет, он будет объемный. Где желтенькая есть, мы все по кругу проходим. Прошлись мы желтеньким, возьмем зелененький, пройдемся по нашей бабочке. Она у нас зелененькая. Так. У нас тут несколько видов бабочек, поэтому мы будем проходить. Берем наши стразы. Наклеиваем.
на бабочек. Вот так вот. И вот такая вот у нас объемная фотография в рамочке получилась. 3D. Я вам сейчас вам полностью покажу. Праздничная, нарядная. Пишите в комментариях, как вам такие оригинальные подарки коллегам. Красиво и приятно.